Əgər ustazlar olmasa, həmmə bilimsiz qalardı. Ustazlar olmaqanda bizlər örgən olmayardı. Oxşa görə olmayın, məktəb növbət olmayın, içə işə görə olmayın. Без учителей мир был бы сложнее, так как потому что учителя учили это все с самого начала. Нам сейчас легче, потому что эти знания, которые они получали несколько лет, мы можем учить там за несколько месяцев. Ustazlar olmasa, bizə bilimsiz qalardı, akılsız. Но в мире без учителей все бы было бы сложно. Bizəni ustaz lüğətlə öyrətdi, revizyonu, mən ustazlarım yazışını, oxuşunu, matematikanı öyrətdim. Mənim 3 dənə ustazım var, ingilis dili, rus dili, özbek dili öyrətdi. Ну, для меня учитель это как человек, который помогает тебе получать знания, понять тебе смысл темы и все такое. Мен хазыр, 3 дənə ustazım var. İngiliz dili ustazım, rus dili ustazım, matematik ustazım var. Ya, они учат нам много вещей жизни. Ну, не боюсь, если выйду в доску, будет переживание, что она кричит. А то я не боюсь учителей, они добрые. Birinci klassa dərsə girgən vaxtı, birinci mərtə ustazımı görgəndə həyəcanlandım. Прям не боюсь, но когда, например, вызывают доски или все такое, начинается волнение еще. Из-за этого страшновато. А так, я не боюсь всех учителей. У меня все добрые учителя. Сызларыма рахмет. Укытканлары үчін, білім бәргенлары үчін. Устазым, яқшы өргетеді, сізге рахмет етіп көрмін. Хәмі укытучыма рахмет, ма білім бәрген үчін. Говорю спасибо учителям с моей школы и учителю, который преподает мне сейчас IT-программирование. Спасибо за то, что помогли мне понять и за то, что я такой умный.